Всем подразделениям. У нас чрезвычайная ситуация в Grand Ocean Road. Цель в туннеле. Всем постам, машины переключили, готовы, жду приказа. Подтверждаю, заграждение будет прямо перед вами. Дорога перекрыта, переходите к задержанию. Полоса с шипами установлена. Участок. Всем.
Центральный перехватчику 1. У нас для вас особо опасное задание. Перехватчик 212 решил сыграть свою игру. Нам необходимо остановить его и захватить. Вам предоставляется любая поддержка во время этой операции. Желаю удачи. Заграждение будет прямо перед вами. Подозреваемый столкнулся с заграждением. Всем машинам немедленно прибыть для задержания. Выполнено. Дорога впереди перекрыта. Полоса с шипами незамедленно стоит. Заграждение. Круг 10.50. Всем машинам сюда. Нарушитель покинул дорогу. Направляется под мост. Дорога перекрыта по пути вашего движения. Дорога перекрыта, берем его! Цель выбросила ленту с шипами. Ситуация критическая. Воздух, включаюсь. Преследование, конец связи. Запрашиваю подкрепление. Нарушитель свернул с фривей в сторону.
этого участка. Дизайн и характер, как у «Формулы-1». В 2004-м Mercedes-Benz и McLaren решили дать продолжение истории спорткаров SLR 50-х годов. 722. Стартовый номер и время старта Mercedes-Benz 300 SLR, управляемого Стерлингом Моссом, поставившим рекорд времени на милли-милья. SLR был и остается единственным переднемоторным автомобилем, использовавшим граунд-эффект — динамическое разрежение под корпусом автомобиля за счет особой формы днища и юбки. Так как днище было абсолютно плоским и вело напрямую к диффузору, единственным местом для вывода выхлопа были боковины кузова. Аэродинамика SLR была улучшена за счет оптимизации агрегатов, модернизированного двигателя, доработанного шасси и аэродинамических тормозов. Покрашенное углеродное волокно идеально сочетается с эксклюзивной серой кристальной краской и затемненным дизайном передней и задней оптики. Занижение кузова на 10 мм и легкосплавные диски придают автомобилю абсолютно новый вид. История этого автомобиля берет свое начало в боксах Лимана, где после 16-й победы инженеры решили разработать концепт, демонстрирующий предел технологических возможностей. 1270 экземпляров этого автомобиля было собрано вручную, потому как эксклюзивность должна иметь предел. Сверхлегкий кузов Carrera GT, выполненный из углеродного волокна, способен справиться с мощностью в 603 лошадиные силы и скоростью в 323 км в час. Carrera GT легче, чем самый легкий современный Porsche. Самый продаваемый спортивный автомобиль в мире 2006 года безошибочно опознается как продукция Porsche. Типично поршевский нос образует три воздухозаборника. Явное свидетельство того, что управление воздушным потоком определяет общий дизайн. Двигатель закрыт великолепным двухкупольным кожухом из перфорированной нержавеющей стали. Super Snake — пакет, предлагаемый Shelby для улучшения характеристик и внешнего вида Ford Shelby GT500, в который включено все, что нужно сумасшедшему масл-кару. Компрессор Уиппл увеличивает степень сжатия на 1 атмосферу, вследствие чего эффективная мощность 5,4-литрового V8 поднимается с 550 лошадиных сил при 6500 оборотов в минуту до 750 лошадиных сил при 6200 оборотов в минуту. При условии, что водитель справится со всей этой дополнительной мощью, он пройдет четверть мили с места ровно за 12 секунд со скоростью 193 км в час на финише. Капот теперь представляет собой гигантский воздухозаборник, задача которого — вогнать в нагнетатель как можно больше воздуха. Кроме того, используется большой передний карбоновый сплиттер, прижимающий передние колеса к земле при прохождении поворотов на ускорении. Этот автомобиль назван в честь пилота-испытателя, работавшего на Ламборгини в течение 40 лет, Валентино Бальбони, которого в 1967 году принял на работу сам основатель марки Ферруччо Ламборгини. За время работы
Бальбони внес свою лепту в формирование характера многих автомобилей, включая Lamborghini Miura. С первых лет работы Бальбони стало очевидно, что у пилота развито то самое особое чувство по отношению к машинам, с которыми он работал. Достаточно процитировать его слова, сказанные в 1973 году. «Lamborghini обязан быть точным, как гоночный автомобиль, и надежным, как лучший друг». Всего будет построено 250 экземпляров LP-552, и это будут единственные производимые в настоящее время заднеприводные Lamborghini, что, несомненно, добавит им эксклюзивности. По борту машины проходит бело-золотая полоса, как на классических гоночных автомобилях 70-х годов. Интерьер автомобиля также получил шикарную отделку, в частности, центральная консоль выполнена в коже полярного белого цвета. Nissan Spec V есть в продаже только у 7 дилеров Nissan в Японии. Автомобиль позиционируется как авто для энтузиастов, готовых платить за фактически гоночный автомобиль, разрешенный к эксплуатации на дорогах. ТТХ, сопоставимые с показателями суперкаров, достигаются за счет использования 3,8-литрового V6 с двумя нагнетателями, а также гоночных подвески, тормозов и колес. Новаторская система регулирования наддува добавляет крутящий момент, что позволяет входить в поворот на повышенных передачах. Отличительными чертами этой модели являются задний спойлер из углепластика, особая решетка радиатора, тормозные шланги и уникальный цвет кузова Ultimate Black Opal. Бескомпромиссный гоночный подход виден во всем. Картину довершают 20-дюймовые легкосплавные диски и титановый выхлоп. Даже сама грань между концептом и реальностью прекрасна. После 7 лет ожидания Chevrolet Camaro возвращается. Его стиль отдает дань уважения оригинальному Camaro 60-х. SS — самая мощная версия Camaro, оснащенная 6,2-литровым V8, независимой передней и задней подвеской, что является новшеством для этого автомобиля. В итоге обеспечивается отличная стабильность на поворотах. В стиле Camaro прослеживаются классические черты — большая колесная база, нос в форме буквы V и 6-сантиметровый воздухозаборник в алюминиевом капоте. Крыша с двойным подъемом отсылает к облику корвет и сообщает новому Camaro узнаваемый фирменный облик Chevrolet. Этот автомобиль — самое удивительное сочетание роскошного авто и спорткара, когда-либо созданное Maserati. Всего за 6 лет существования Quattroporte получила целых 56 наград. Автомобиль оснащается тем же двигателем, который ставится на Gran Cabrio и Gran Turismo, 4,7-литровым V8, развивающим 85% своей мощности до отметки 2500 оборотов в минуту. Программное обеспечение MC AutoShift контролирует старт и позволяет разогнать 1990-килограммовую машину до 96 км в час чуть более чем за 5 секунд. Даже несмотря на наличие дополнительной пары дверей, основное отличие этой машины от других Maserati — спереди. Используется более широкая радиаторная решетка, воздухозаборники и противотуманные фары интегрированы, а передняя оптика получила титановую отделку. Корпорацией Carbon Motors разработан E7 — единственный специализированный автомобиль в мире, созданный стражами порядка для стражей порядка. Carbon E7 обеспечивает высочайший уровень защиты за счет использования самых передовых технологий и разработок. Каждая машина производится по специальному заказу с соблюдением всех обязательных требований, включая запас прочности, рассчитанный на 402 000 км. Кузов покоится на алюминиевой раме,
и способен выдерживать задний удар на скорости 120 км в час. Машина оснащена автоматическим распознавателем номеров, обнаружителем оружия массового поражения, приборами видения в инфракрасном свете и 360-градусным освещением. Благодаря открывающимся вперед дверям, подозреваемых стало проще и безопаснее помещать на заднее сиденье. XK выглядит быстрым, даже когда стоит на месте. Его стремительные сильные линии и мускулистая задняя часть источают огромное количество визуальной энергии. Скорость еще никогда не выглядела так соблазнительно. Визуально ощущение энергии создается за счет алюминиевого кузова с легкими, но удивительно мощными пропорциями. Точеные формы, обеспечивающие аэродинамическую эффективность, также способствуют созданию образа, обещая захватывающий опыт и удовольствие от вождения. Мощный и легкий алюминиевый корпус позволяет максимально улучшить производительность, динамику, снизить выброс CO2 и расход топлива. Внутри XKR бьется самое мощное спортивное сердце Ягуара — 5-литровый мотор V8, совершенное воплощение мощи и скорости. Запас топлива и полос с шипами оптимизирован, чтобы увеличить время полета. Официально производство SL65 AMG черной серии было начато в 2006 году. Однако этот автомобиль является результатом 40-летнего опыта фирмы. Один человек, один двигатель. Каждый из 6-литровых двигателей AMG V12 с двойным турбонаддувом собирается вручную одним из инженеров. Для оптимизации соотношения мощности к весу мощность была увеличена до 661 лошадиной силы, а вес машины уменьшен на 250 килограммов. Весь кузов AMG черной серии был переработан. Неизменными остались лишь двери и боковые зеркала. Благодаря более широкой базе и большому заднему спойлеру из углепластика, впервые применяемому на автомобилях Mercedes AMG, улучшается равновесие, и машина приобретает устрашающе агрессивный вид. R852 FSI Quattro — автомобиль-победитель. Его гены несут совокупный опыт побед на 8 гонках Ле-Ман и множестве других соревнований, выигранных Audi за последние 9 лет. Умопомрачительную динамику R852 FSI Quattro наглядно демонстрируют цифры. Разгон до 100 км в час за 3,9 секунды
при максимальной скорости в 315 км в час. Под капотом V10, фактически новая разработка. Двигатель объемом 5204 кубических сантиметра, быстро набирающий обороты до предельной отметки 8700 оборотов в минуту. Отличительной чертой R8 V10 является светодиодная передняя оптика в стандартной комплектации. Audi является первым в мире производителем, использовавшим светодиоды для ближнего и дальнего света, габаритных огней и поворотников. MP4-12C – последнее творение компании с 20-летним опытом проектирования гоночных автомобилей и победителя Формулы-1. V8 был разработан с нуля под заказ и развивает большую мощность, чем любой другой гибридный двигатель, а также достигает 80% крутящего момента до отметки в 2000 оборотов в минуту. Кузов построен из сверхлегких материалов. Используется цельный углепластиковый монокок MonoCell. Автомобиль оснащен двигателем V8 с двойным турбонаддувом с отсечкой на отметке 8500 оборотов в минуту. Забудьте все, что, как вам кажется, вы знаете о спортивных автомобилях. Благодаря тому, что их совершенно секретный симулятор работал над двигателем, аэродинамикой, торможением и управлением, инженеры McLaren смогли сосредоточиться на доведении удовольствия от управления 12C до максимума. Создаем будущее охраны порядка. Представляем значительное улучшение технологии измельчителя. СУМС-система установки нескольких спецсредств. Удвойте останавливающую силу с двумя измельчителями. С сегодняшнего дня применяется SCPD. McLaren F1, спроектированный Гордоном Мюрреем, являлся обладателем звания самого быстрого серийного автомобиля в мире на протяжении 7 лет. Есть машины и быстрее, но McLaren F1 до сих пор является быстрейшим безнадувным серийным автомобилем, развивающим скорость 386 км в час, зафиксированную 31 марта 1998 года. При весе всего в 1140 кг, McLaren F1, оснащенный специально сконструированным 6,1-литровым V12 компании BMW, способен достигать скорости 386 км в час за счет выверенной аэродинамики и невероятного внимания к деталям. Учитывая отсутствие усилителя руля и тормозов, машина предъявляет повышенные требования к водителю, но и щедро вознаграждает его ни с чем не сравнимым удовольствием от вождения. McLaren F1 обладает набором уникальных характеристик, которые были введены для удобства водителя и ради увеличения производительности. Например, центральное расположение сидения водителя и моторный отсек, облицованный золотой фольгой для распределения тепла. Всего было построено 64 автомобиля для эксплуатации на дорогах общего пользования, из-за чего цена автомобиля возросла вдвое по сравнению с оригинальной.